Здравия желаю, ребятушки. Рад с вами познакомиться, братишки. Я простой русский солдат. Меня все просто дядька Афанасием зовут. А вы, я смотрю, еще малы совсем. Нет, я не в том смысле. Силы и храбрости-то, я уверен, вам не занимать. Я возраст имел в виду. Но это ничего. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. И совсем никудышный тот мальчишка, скажу я вам, который не хочет стать солдатом. Это я вам верно говорю. Мне еще Суворов в свое время сказывал. Ты, говорит, Афанасий Иванович, на слово крепок. Вот зря не скажешь. Подождите, а может вы не знаете, кто такой Александр Васильевич Суворов или Петр Иванович Багратион? Ничего, я вам про них все расскажу. И не только про них, про всю нашу армию, про великие сражения, про героев-солдатиков и мудрых генералов. Я, собственно, для этого-то с вами и встретился. Я хоть и простой солдат, но повидал, ох, много. У меня, как у любого настоящего солдата, альбом есть. Вот он. Давайте-ка вместе его полистаем. У меня, ребята, в альбоме собраны все страницы военной русской истории. Ведь история, ну, чтобы вы знали, это все наше прошлое. И деды, и прадеды ваши в истории свой след оставили. И героями были, я не сомневаюсь. Нашей отчизне, матушке, столько всего перетерпеть выпало. Множество врагов нашу землю завоевать хотели. Но всегда, всегда хранили Русь и Господь Бог, и Пресвятая Богородица. И защищали Родину ратных дел мастера во все времена, и защищать будут. Далеко в истории, в 13 веке, было, пожалуй, самое тяжелое время для Руси. С востока надвигались орды татаро-монголов, а с запада – полчища рыцарей. В апреле 1242 года состоялась одна из главных битв русской истории. Народ назвал ее «Ледовое побоище». Недалеко от города Пскова на Чудском озере дружина Александра Невского встретила грозных крестоносцев немецкого Ливонского ордена. Князь называл их «псы-рыцари». Да и то верно. Сами в железных доспехах, кони в защитном снаряжении, не дать не взять страшные псы. В тех местах и весной еще лед на озере стоит. Этим русский воевода и воспользовался. Вот уж была великая битва. Князь Александр заманил врагов в ловушку прямо на льду озера. Немцы-то подумали, что русские отступают, и погнались вперед. Каждый рыцарь весил чуть ли не 100 килограммов. Весенний лед такого веса, понятное дело, не выдержит. Вот и стали немцы проваливаться под воду. Им там уж не то чтобы воевать, надо было думать, как к берегу доплыть. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Так наши русские богатыри всему миру показали, а нечего на Русь с оружием приходить. И эта победа надолго отбила охоту с Русью воевать. Так в жизни получается, ребятки, что все время приходится отечество от всяких супостатов защищать. Русские князья в древности тоже хорошо это понимали, но вот сделать мало что могли. Пока страна одной могучей державой стала, много времени прошло. Жили князья врозь, а враги этим пользовались.
Вот вам еще одна страница из моего солдатского альбома. В 14 веке на Руси тоже непростые времена были. По принуждению татаро-монголов русские князья обязаны были каждый год платить дань, отдавать часть нажитого добра. Потомок Александра Невского, князь Дмитрий Иванович, перестал платить дань татарской орде и решился на отпор врагам русской земли. Вот тут-то и надо было удельным князьям объединиться. Призвал Дмитрий Иванович под свои знамена всех, кому дорога земля русская. А потом, перед военным походом, пошел поклониться великому молитвеннику земли русской, Сергию Радонежскому. В Троицком монастыре, что под Москвою, и благословил святой Сергий князя Дмитрия на битву. Его и его воинство предвидел прозорливый старец победу русского войска, хотя и предупредил о большом кровопролитии. 8 сентября 1380 года русские дружины перебрались за Дон, и на поле Куликовом началась битва с войском хана Мамая. В летописях писали, что была брань крепкая и сеча злая. Копья ломались, как солома, стрелы падали дождем, мечи сверкали молнией. Много наших воинов полегло на Куликовом поле, но враг бежал. Долго еще татары боялись на Русь за данью приходить. Сбылось предсказание батюшки Сергия. Разгромлены были татаро-монгольские войска. Поняли русские князья, что только объединившись смогут они врагу отпор дать. Некоторые странички альбома моего уж пожелтели, некоторые выпали. А не страшно. У нас память хорошая, все помним. Ух, а вот еще одна знаменитая страница военных сражений. Бородинская битва. В 1812 году подошел к границам России французский император Наполеон. Он к тому времени множество стран-то уже завоевал, почитай, всю Европу. А Россию планировал взять почти без боя у самой нашей границы. Уж очень не хотелось французу вглубь России заходить. Он попросту время на наших солдатиков тратить не хотел. Но просчитался Наполеон. Пришлось ему долго в России воевать и даже до Москвы дойти. Командовал нашими войсками тогда Михаил Илларионович Кутузов. Он приказал дать бой французам у села Бородина под Москвой. На Бородинском поле он так хитро расположил наши войска, что французам пришлось нападать на узком участке под сильным артиллерийским огнем. Перед боем Кутузов лично объехал войска и участвовал вместе со всеми в молебне перед иконой Смоленской Богоматери. А в это время Наполеон обещал своим войскам теплые квартиры в Москве и множество трофеев. Ох уж изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш Бородинский бой. Битва, ребятушки, была серьезная. 12 часов не смолкали пушки. Отчаянно дрались наши солдатики. Бесстрашные штыковые атаки, меткий огонь, острые русские сабли сломили французский дух. Приказал Наполеон отступать. Это было неслыханно. Пол Европы французы с атаками шли, а тут всем в отступление. Испугались враги по-настоящему.
Наши солдатики, хоть и тоже в бою потеряли много боевых товарищей, но готовы были и дальше сражаться. Однако Михаил Ларионович Кутузов солдат своих остановил. Понимал, что и нашим отдышаться надо. Война с французами после Бородинской битвы продолжалась. Но только перевес-то уже был на русской стороне, а француз только и делал, что от русской меткой пули до клинка острова бежал без оглядки. Была еще одна война, ребятки. Страшная война. У кого из вас прадеды живы, они ее, ох, как помнят. В 1941 году напали на нас немецкие фашисты. Четыре года дрались наши солдаты с ними. Четыре года и старый млад в тылу помогали. Кто оружие делал, кто за ранеными ухаживал. А ведь нужно же было еще и хлеб выращивать, хозяйство в стране поддерживать. Тяжело было. Поначалу немцы-то сильнее были. Они же внезапно напали, подготовились. А нашим в спешке пришлось и танки делать, и самолеты, и пехоту снаряжать. Но мы и в этой войне не сдались, нет. И враг получил по заслугам. В 1945 году одержали мы победу. Да такую, что весь мир радовался. Наш русский солдат весь мир от фашистов избавил. Многим жизнь подарил. Как видите, ребятки, сбылись слова святого князя Александра Невского. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. А нечего делать врагам на Святой Руси. Вот добрым людям мы всегда рады. А наш брат, русский солдат, он всегда на страже мира стоит. И это, ребятушки, только отдельные странички из альбома моего солдатского. Я вам еще потом много расскажу. У меня в запасе и истории военные, и были всякие, и небылицы сказочные. А вы пишите, пишите письма-то, ребятушки. Спрашивайте, о чем узнать хотите, или рассказывайте о жизни своей мальчишечьей. Для солдата письма – большая радость. Прощаюсь с вами, кланяюсь вашим родителям. Храни вас Господь, братцы, от всех невзгод и напастей.